Ну что, привет всем, особенно Женьке Молеву. Дружище, привет. Получил я твою посылочку, вот она. Запах уже чувствую обалденный. Ну что, будем вскрывать. Чуть-чуть помяли, конечно. Она все равно. Боимся мы с волкой. И сову. Грибы высыпаются, елки-палки. Варвары такие, а? Или чай высыпается. Ну, что-то сыпется, а? Что-то сыпется. Наверное, не с той стороны, но пофиг. Обана. Так. Ай, запах какой-то. Это слышно запах? Это, наверное, не грибы, это, наверное, чай. Или грибы, или чай, или грибы, или чай. Или чай, не грибы. Ай, рассыпал. Ага, это грибы. С еловыми, с кедровыми или... Чай он вот он. Ой, товарищи, какой запах. Все, суп грибной это мой. Женя, тебе выбирать иголочки или пусть остаются? Так, сейчас посмотрим, что за чай. Что за чай у нас? Так, тут рецепт. Чайный сбор. Унза. Смородиновый. Смородиновый чай, шиповник, пихта сибирская. Пихта сибирская, чага березовая, шиповник цвет. 100 грамм. Вот, видите? Вот. Ну все, я с грибами, с грибами. Женя, целые полчаса оформляли меня, какие-то фотографировали даже меня, чтобы выдать твою посылочку. Ой, какой запах. Все, завтра заказываю дома грибной суп. Света, может, ты мне супчик сделаешь? Нет? Напрасно. Ну все, все доехало, все нормально, все хорошо. Все классно, большое тебе спасибо, Женя. Суп, наверное, тоже сниму, покажу, как суп варил. Я его сам сварю. Все, всем пока-пока. Спасибо, Женя. От души большое спасибо. Благодарю тебя за посылочку. Пока-пока.